Що, чекаємо останнього учасника? З надією та переживанням. А він як чекає цей учасник на вихід сьогоднішній? Хвилювався весь цей день. Здравствуйте, меня зовут Ибраимова Наиле. Мне 21 год, я из Крыма, город Симферополь. Я очень надеюсь, что вся моя семья соберется у телевизора, чтобы поддержать меня. У меня мама русская, папа татарин. Мы праздновали мусульманские, христианские праздники. Я пела татарские песни. У нас резали барана, собиралось много людей, все как большая семья. Когда забрали Крым, начались ссоры в семье. Папа категорически отказывался это воспринимать. А бабушка, она сама москвичка, она говорит, так и должно было быть. Я вообще папина дочь, для меня его любые какие-то переживания – это мои переживания. Я очень надеюсь, что мое сегодняшнее выступление объединит мою семью. И все у нас будет как раньше. Мала має відчути кримсько-татарську кров у Наїлі. Це обов'язково, обов'язково. I'm gonna fight a man. Класно. A seven nation army wanna hold me back. Then gonna rip it up. Taking their time with behind my back. Паша. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Begging for I threw my mind behind my cigarette. Уже сложно сидеть. And a message coming from my. Крісла розвернула сьогодні до тебе. Ти справжній молодець, розказуй про себе. Як звати, звідки ти? Мене звуть Наиле, я із Криму. Мені 21 год. Я не займалася особою музикою. Я сьогодні прийшла в репціонку, і мені кажуть, розпоємося. Я кажу, я перший в житті розпіваюся. Що таке розпіти? Та ти що? Так ти самородок. Так. Вау, браво. Салям алейкум. Алейкум салям. Я просто поражена была твоим началом. Очень такой теплый голос. Это мне очень близко. И если ты говоришь, что ты не училась, я буду рада тебя чему-то научить тогда. Спасибо. Да. Спасибо большое. Слушай, а родители тоже вместе с тобой приехали из Крыма или они сейчас живут тут? Не, они в Крыму, на Тарханкуте. Черноморская, привет. Как хочется туда. Угу. Крым. Очень тонко, очень душевно, на самом деле. Спасибо. Очень здорово, но мне показалось, что у тебя что-то есть там в кармашке запрятанное, то, что ты сейчас не показал. Угу.
А ты можешь спеть на татарском языке? Класс. Я только хотел попросить. Что-нибудь, чуть-чуть, неважно. Карабени сяли синда, татарларны ветаны бар. Господи. Салгын зуй чешмелеры бар. Бизим тарап, бизим тарап. Класс. Класс. Все, я переживаю, браво! Спасибо. Класс. Джамала, а про что эта песня, ты знаешь? О чем песня? Песня о том, о моем краю, да. Краю, бизим тарап, это переводится как вот мой край. Тут, конечно, сложно конкурировать, потому что Джамала тоже из Крыма, мы понимаем, это взаимосвязь. Ну, давайте не будем это объединять. Суть не в этом. Не хочется тебе поудивлять Джамалу в команде другого тренера, а не Джамалы. И встречаться с ней, пересекаться. Пусть она тебе говорит, как я рада, что ты так пошла в команду Потапу. Боже мой, кто бы мог подумать, что эта девочка так раскроется в команде. Вам интересно узнать, какой бы вы хотели быть еще? Интересно? Ну, конечно, конечно. Интересно? Да. Я вас научу этому. Сейчас будет батл, да? Якщо ви хочете навчитися більшому і попробувати себе в різних жанрах, то це до мене. Ні, до мене. Може, бросим монетку? Такого ще не було. Ну і є. Давай, давай. Молодець, давай, молодець. Давай. Я просто хочу сказати, що на самом деле, я не знала, что так все произойдет. Может, это влияет на Крым, не Крым, но это мое родное. Да и классно. Это мое... Ну и правильно. Говори. Джамала, тренер. Джамала. Правильно. Да, Джамала. Мы пытались. Так. Все, уже можно терять шапки. Уже можно. Спасибо. Спасибо вам большое. Удачи вам. Спасибо, спасибо. Поздравляю. Спасибо. Ну, все. Буду же гарно. Два дня. Спасибо. Девочка, хорошенькая девочка. Молодец, молодец. Класс. Ну, конечно, сволочь, ты сволочь. Почему? Ты забрала всех. Просто всех поотбирала. Ну, ты посмотри. Слушайте, какой позитивный день, какие разнообразные участники. Невероятно. И это все голос Крыма, это какой-то калейдоскоп сумасшедший, радуга эмоций. Спасибо всем, всех поздравляю. Прекрасное завершение. Всем всего доброго, до свидания.